Мое почтение, господа. Horizon Zero Dawn. Я 12 уровень? Да, возможно, 12. Слушай, побегал за кадром для того, чтобы сделать себе вместимость, да? Сумка для ресурсов. Я прокачал ее полностью. Больше нет доступных модификаций. 4 уровень, максимальный уровень сумок. Для чего я это сделал? Чтобы ресурсы, да, в прошлой серии я... В прошлых сериях я разбирал здесь какие-то ресурсы, что-то не смог собрать. То есть какие-то вещи я просто не могу таскать. Меня это бесит. Я себе сделал сумку для ресурсов. Это было не так сложно. Я охотился в основном на кабанов и на лис. То есть брал с них шкуры вот такие и кости. Все, прокачал себе великолепный рюкзак. Это, можно сказать, рюкзак. Вместительность. Здесь я нашел еще в навыках, по-моему, вместительность. Вот, на 20% увеличивает вместимость сумки для ресурсов. Но это... Конечно, до этого нужно еще дорасти. 3 очка навыков здесь, еще вот здесь вот 2 здесь. Нужно, то есть всего 5, это дохрена. Так, темнеет, точнее уже темно. Что я хотел? Значит, мы в прошлой серии зачистили, получается, зачистили вот здесь вот лагеря, да? Мы зачистили здесь территорию от зараженных машин. А это зараженная зона 20 уровня, не пойду. Я в целом могу двигаться, то есть до форта Карха, чтобы они меня, так скажем, выпустили. И я бы отправился в Меридиан, да, Меридиан. Но прежде всего, что я хочу сделать, это добраться до Красочного Эха, где меня ждет вождь Сона. Я бы туда стартанул, потому что, ну, я думаю, что нужно выполнять квесты по мере их, как это называется, по мере их... мне еще посоветовали, кстати, брать зелененькие квесты, вот эти. То есть подходить к поселенцам, подходить к ним. Давай. А есть фонарик? Вряд ли. Здорово. А мне порекомендовали подходить и разговаривать с ними, чтобы сайд-квесты иногда попадаются по пути. Типа, мы можем выполнять что-то... Ты искатель? Да. Так, его звали изгоем? Да. Мой охотничий отряд... Мой отряд, он... Ага. Ты сгинул? Ты ведь сражалась с убийцами. С теми, да, что на нас напали. Да, ты все верно. Ты спасла много жизней. Есть такое. Жаль, не смогла спасти всех. Очень жаль. А ты... Как далеко ты ушла за ними? К чему это ты? Боишься, что твои товарищи погибли? Есть вещи похуже смерти. Плен, например, хуже смерти? Что может быть хуже смерти? Я не такой, как ты. Я не смогу жить в изгнании. Это тяжело. Я боюсь, что мои друзья забрели в руины. Мне туда нельзя, иначе меня изгонят. Но и бросить их я тоже не могу. Угу. Я понял. Что тебе надо-то? Что тебе нужно? Сходить туда? Найди моих друзей. Мы так рвались убить зараженные машины, что не заметили, как подошли к самым руинам. Ты же искатель. Зайдешь в жажду беса, тебя не осудят. Умоляю, сжалься над нами. Не выдавай, что мы там были. Ладно. Не выдам, можешь не волноваться об этом. Попробую разыскать твоих друзей. Вот люди, да? Я не могу жить в изгнании, потому что ты слаб, чувак, уже как бы изначально. 40, вот. Мне порекомендовали, значит, брать эти задания, потому что они иногда... то есть иногда их можно выполнить по пути к основному заданию. Это дает тебе больше экспириенса, то есть это первое. Второе, ты все-таки помогаешь... Винцу матери нужна твоя помощь. Помогаешь людям. Моя? Моя? Ну ты же ведь воин, да? Воин. Нужны шкуры кабанов. Да, вот. Наш швец уже стер руки в кровь, зашивая плащи. Сколько надо? Кабанов много на востоке. Так. За водопадами. Так. Но там объявилась машина. Машина? Я испугался, когда ее увидел. Спрятался. Скинул лук. И вдруг... Не надо стыдиться. Братишка. Главное, ты выжил. Да нет. У меня кольцо соскочило. Это был мой талисман на удачу. Мать моей матери давным-давно сделала его из челюсти машины. Ты так зависишь от кольца? После всех бед, удача мне нужна позарез. Как племени шкуры. Я понял, тебе шкуры и кольцо. Постараюсь помочь. Да, вот, постараюсь помочь. Если найдешь, буду признателен. Я буду ждать здесь, в лагере, у костра. Это все побочные задания, которые лучше брать, чем не брать. Потому что я могу, например, вот сюда, да? Талисман на удачу, смотри. Мне получается по пути вот на главному квесту, это вот сюда, да, к этой, к Соне.
Я могу, например, заскочить на талисман на удачу. Почему бы и нет, собственно говоря? Давай сначала сюда. Добудьте 4 шкуры кабана плюс талисман на удачу. Почему бы и не сходить? Почему бы и не сделать? Собственно говоря, да? А потом стартанем до соны. Здесь у нас великолепный этот. О, сейф. Я бы хотел. Я же квесты взял. Почему бы и нет? А здесь нельзя выйти. Добрый вечер. А где можно? Я просто сейчас через скалы побегу. Вы что, не знаете, кто я? Я не понимаю. Оп. Я стартану через скалы. Я здесь, надеюсь, не расшибусь. Блять, снова какие-то ночные вылазки. Нельзя как-то утро сделать. Месть Нора, активное задание. Да я знаю. Про месть Нора я знаю. И мы до мести Нора... Оп, булькнулось. А давай ты просто... Нет, прыгай вот сюда. Мне нравится, как ты прыгаешь по скалам, родная. Оп. Вот, все. Двигаемся в сторону. Так. Эть, забралась. Ну, давай так. Мне, в принципе... Ага, по веревке. Хорошо. Здесь по веревке. Отлично. Я в ту сторону. Я сейчас сделаю просто быстро, там, добуду ему талисман. Так, шкуры кабанов. Секунду. Что происходит? Машины. Это же эти, жвачники, да? Это же жвачники плюс рыскари. Это здесь? Это где-то здесь, да. Кольцо тут, 100%. Ладно. Давай по тихой грусти только, да? Блять, просто паркурист. Так, тихо. А, мне можно сначала стрелы? Давай все стрелы сделаем полностью здесь. Ага, да. Значит, мне... Смотри, что нужно сделать. Я сейчас просто попадаю вот этому сюда. Раз. Быстрая стрела туда летит. Ну, приступим. И... Вот туда. Успел? Попал я туда ему или нет? Он должен взорваться. Да, готово. Неплохо. Экспириенс попал. Экспириенс подняли. 3 машин прикончили. Плюс вот этого нужно тоже убить. Ему обычной стрелой можно просто в глаз засандалить сейчас. Оп! Минус. И этому также. Одну минутку. Недалеко не уходи. Ай! Сучара. Я думаю, на этом все. Да, на этом все. Пошли их обыщем. Хорошо. Неплохо. Все, забираем. Благо, сумки у нас теперь великолепно полные. Слушай, а можно как-то не зажимать это? Просто вот я хотел бы нажать, и все. То есть, это очень долго. Ну ладно. Я что-то уже жалуюсь, да, на игру? Хотя она же просто великолепна. Мне нравится. По-честному. По-честному нравится. Добудьте 4 шкуры кабана. Попозже. 4 шкуры кабана. Прежде всего, нужно найти здесь кольцо. Как его найти? Элой. Значит, вот, смотри. Но тут точно был Таин. И кабан. Да-да-да. Тихо, подожди, я вижу путь. Вот. Никаких ран. Кабан. Кабан, от чего он умер? Отравился? Пена вокруг рта отравился. Он что, сожрал кольцо, что ли? Иди сюда. Да, утраченное кольцо, особый предмет, ясно. Берем все. Ну-ка посмотрим. Ну да, кольцо Таима. Кабан. Я хочу вот этими разрывными. Эть! Ему хватит одной, он должен сгореть. Да, минус один, хорошо. Добудьте 4 шкуры. Одну минутку. Блять, там этот... Пилозуб. Опасный. Он очень опасный. Свежий. Хорошо. Еще есть? Бля, сука, он прям двигается сюда. Смотри. Вон кабаны, но там машина. Вот он мне и сказал, почему машина появилась, говорит. Ладно, давай с ним разберемся по этому. По-жесткому. Давай с ним по-жесткому разберемся. Тихо. Наверное, можно как-то перехватить управление. Не, перехватить управление — это не наш метод. В смысле? Ладно. Не хочешь, так не хочешь. Чего? Раз. А где еще? Пометить цель.
Пометить цель. Пометить цель. Пометить... енот, не нужно. Енот не нужен. Две шкуры уже есть. Тихо. Мне бы на ту машину не нарваться. Три шкуры. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Бежать, 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 бежать. А там этот бегает. Четыре шкуры. Я себе еще возьму несколько. Вернуться можно сразу, кстати, к этому чуваку, но... Я бы хотел... Давай сделаем себе эти... цепочки. Раз, два. Бам! Добрый вечер, сучара! Эть. И туда ему. Блять, он отскочил. Он отскочил. Плохо. Понеслась. Кошечка. Понеслась, кошечка. Тихо. Вот, вот, вот. Попал. Я ж попал. Взрывайся, сука. Взрывайся. Взрывайся, только не около меня. Блять. Эть. Хорошо. Очень. Это плохо. Тихо, 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 тихо. Иди сюда. Иди сюда, дура, блядь. Давай за мной. Она горит, да, все еще? Или уже нет? Уже нет, не горит. Давай немножко еще поджарим его. Поджарим. По 5 хп отнимает у нее. По 5 хп отнимает у кошки. Оп. Отдыхай, сука. Да, это было несложно. Пилозуб, забираем с него все. В целом готово. Занимайтесь своими делами, да. Так, это сделано, это сделано. Вернуться, не-не-не, это все, вернуться надо куда-то. Я хочу вот сюда, я до норы хочу добраться. Я бы до норы сбегал, я потом туда вернусь. Сдам квест и все дела, то есть какой смысл мне сейчас возвращаться? Да? А что темно так? Блин, слушай, как сделать так, чтобы было утро? Автоматически можно где-то отдохнуть так, чтобы утро стало? То есть я не очень просто понимаю. Так, стрелы все. Ага, хорошо. Это кто? Сучара, енот что ли какой-то? Убийство животного. Да, это все нужно, то есть придется охотиться. Нужно охотиться, потому что мясо, кости животных — это все необходимые элементы, понимаешь? Это все необходимые элементы. Вот, например, шкуры кабана. Шкуры кабана были прям... Бля, я не попал. Я снова не попал. Нихуя себе. Я попадаю белке в глаз. Вы что, забыли? Вот сейчас попал. Остановись, сука. Остановись, говорю. Кабан. Забрать с него все. Это дорого. Это может дорого стоить просто. Кто это? Враждебная машина. А, я знаю, кто это такие. А что если я перехвачу управление, типа, и, ну, прикажу напасть? Или не надо это делать, да? Не имеет смысла. Пойдем просто дальше, да? Пойдем просто дальше. С машинами, я думаю, мы еще успеем повоевать. Слушай, мне бы ездовое животное было бы здорово. Блять, что там светится? Что это? Охренеть. Лекарство. У меня, кстати, мало. Очень. Скоро мне это понадобится. Да. 100%. Лекарств очень мало. Чего? Рыба? Светает, кстати. На минуточку. Там вообще, там столько света вот справа. Это кто? Это все та же кошка, блядь, сратая. А можно перехватить управление? Подожди секунду. Блять, она развернулась. Тихо, тихо, тихо. Давай попробуем. Я бы хотел захватить его. Бесшумная атака. Не, это хуйня. Бам! Ать! О, бля, бежать, бежать, бежать! Взрыв! Нормально. Нормально. Нормально, сука. Нормально! Оп! Умирай. Ага, развалилась. Неплохо. Бесшумная атака. Главное попасть ей в тулово, короче, в этот. В огнежар туда, чтобы огненной стрелой, чтобы она просто подорвалась.
Так, мне бы, конечно, Сону найти. Они здесь, да, где-то? Вон они сидят. Так, сейф. Это важно. Я пришел. Месть Соны. Она хочет зараженных машин плюс людей, которые сектанты, короче, эти машины. Злость эти машины. Беса. Да, и Варл, сын ее. Выглядит зловеще. Угу. Вот бы знать, каким мир был в старину, когда тут жили предтечи. Кайфовый был мир, я думаю. На наших. Да, мне говорили. Здорово. Мы снова встретились. Вождь. Вождь. Разведчики обнаружили вражеские лагеря. Стерегут подходы к Железному кольцу. Тогда лучше с них и начать, чтоб тревогу не подняли. Ага. Согласна. Уничтожим лагеря, чтобы никто не предупредил врага в Железном кольце. Сниму сигналки. У каждого лагеря в засаде будут наши. Так. Ты начнешь, они подхватят. Договорились, сынок. Так, сниму сигналки. Мне в туда, мне в ту сторону, да? Смотри, какая величественная тема. Поутру идем, господа, идем поутру. Можно я соберу здесь немножечко ягод? Похилюсь до конца, да? Фул хп-шечку. Воины! Да? Время пришло! Ага. Время сражаться! Я стану вот рядом время с ними. Время мстить! Возможно, время умирать! Мы соберемся там, под самой высокой башней. А потом нас ждет Железное кольцо и наша месть! Сегодня мы нарушим табу, чтобы почтить наших мертвых и покарать их убийц! Кровь будет пролита за кровь! Аплодисменты. Неплохо. Да простит нас за это великая мать! А если нет? А если нет, пусть тогда она покарает одну меня! А хуя. Теперь... Настоящий к вождь. Бою. К бою! Идущие на смерть. Я пойду зачищу все, да, по тихой грусти. Вы только не встревайте там. Все нормально будет. Обнаружена зона, новая зона, костер. Смотри, вот что это было? Это же была какая-то машина, да? Это лодка или что это? Раньше. Дуголоп? А где он? Это что за хрень там ходит? Я даже не могу ее просканировать. Прикинь, как далеко это. Так, кастрик. Еще один. Сейф. Благодарствую. Короткий, небольшой сейф. Вон, смотри, кто это? Она даже не сканирует ее, прикинь? А можно я поближе подойду? Я хотел бы. Вот. Огненный бурдюк. Хуя. Попозже давай с ним тогда разберемся, да? Не будем сейчас пока встревать. Есть куда более важные задачи. Так, я вижу зараженных. Зомбированных. Тихонько. Может пригодиться. 100%. Зачистите лагеря. Минутку. Контроль над ними нельзя перехватить. Все ж верно, да? А это кто? Это что за машина? Зараженный рыскарь. Обычный, да? То есть я могу его прикончить прямо так, на раз-два. Главное просто попасть ему в глаз. Смотри, какая это скверна, да, типа? Кабан. Ну что там? Поворачивайся. Я не могу его перенастроить. Все ж верно? Или могу? Блять. Оп! Сколько тебе? Оу, пиздос. Тихо. Они ничего не видели. Или видели? Уже видели, да, походу? Оу. Уже видели. По стелсу не получилось. Не получилось по стелсу. Или получилось? Не понял я. Зачистите лагеря. Тихо, подожди секунду. Кто это там? Эц! Это мужик, да, был? Подожди. А что нужно... Подожди, что нужно было сделать? Я как-то просрал все задание. Как будто бы. Стрелы летят. Ай, блядь!
Вы что, прикалываетесь? Ебать во сколько здесь? О-о-о! Он прям бежит на меня! Он прям бежит на меня! Отъебись! Ты глупенький? Сука, отъебись, говорю. Ать! Прям в ебасос. Кто эти люди? Слушай, с людьми не так весело, как с машинами. Ать! Ать! Минус. Ать, это обидит бог, была голова. Вот сейчас тоже. Как они мимо пролетают? Нихера себе хитбокс здесь настроенный. Даже не думай, сынок. Сколько вас? Ать, башка. Это наш, это свой. Чужой. Вижу чужого. Готово. Тебе не уйти. Кому? Здесь никого нет. А, вот он. Вижу его. Хэ! Боеприпасы кончились. Нормально. Быстро. Все, тебе пиздец. Да. Это свой. Свои, все свои. Чужой. Хорошо. Так, смотри, подожди. Убейте сектантов и машины. Я их... Так мы и убили, только один из трех всего. Целебное зелье, мне не надо. У меня и так слишком много всего. Вот, смотри, вот эти штуки-то не взорвал я. Вот эти. Тогда мне придется что-то оставить. Да, вот эти штуки-то я не взорвал. А их нужно взорвать, по всей видимости. Да? Или нет? Угрозы больше нет. Это зачистка лагерей, по факту. Ой, прости. Ну ты же жив, да? Зачем я это делаю? Это в этом есть смысл? Неизвестно. Надо как-то попрофессиональнее, что ли, поступать. Слушай, это все как-то... Это все... Что? Это все как-то неинтересно. То есть интереснее, наверное, по стелсу проходить такие темы. Да? Там дальше лагерь, еще один. А это как-то помечется теперь как лагерь? Нет, он ничего не помечается. Это просто типа есть и есть. Просто помещение. Кабаны, люди. Здесь и все. То есть ты просто это чистишь, зачищаешь, и на этом все? Это что? Что это? Что это такое? Луна, я иду. Носитель данных. Текстовая запись. Повреждение данных минимальное. Чтобы посмотреть записи, нажмите. Луна, я иду. Могу взять как-то это все с собой? Нет, наверное, нельзя. Просто вот то, что я нашел, это уже хорошо. Так, мне в ту сторону. Зачистите лагеря. Ну ладно, пойдем. Злость беса. Куда, в какую сторону? Налево, направо? Давай направо, здесь костер есть. Вот сюда. Это вообще на самом деле выглядит как руины. То есть веришь в апокалипсис. Вон они, я вижу их. Она уже этот взяла. Да, с этой стороны тоже машины есть. Ты глянь на них. Нихера себе. Давай тихонько. Так. Блять, а им не хватает одной стрелы-то? Им одной стрелы-то не хватает? Как бы так сделать? Типа, может быть, ловушку поставить? Вот, ну, там, раз, два. Или я не поставил сейчас ловушку? Подожди секунду. О, привет. А! И он развернулся. Ему просто похуй. Иди сюда. Иди сюда, сучара. Перейди через эту линию. Я же ловушку поставил специально. Прикалываешься? Давай. Ну подойди. Твою мать. Там еще он слева. Иди сюда, говорю. Давай. Есть. Попалась, сучара. Как сильно я дамажу? Мне вот интересно было просто. Как сильно я дамажу? Ох, блядь. Ох. Так, тихо. Все нормально. Оп. Жестко. Неплохо.
Кого я обманываю? Мне пиздец! Кого я обманываю? Это же просто флекс какой-то. Жесткий флекс. Подожди, ловушка. Бам. Еще одна. Давайте, суки. Ух. Ну, подойди сюда. Ну, подойдите хоть... Есть. Хорошо, тихо. Ловушку, 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 ловушку. Делай, делай. Хорошо. Раз. И два. Блядь. Оу, шары, шары летят. Жесткий флекс, жесткий. Стреляют, суки. Так. Еще одна. Натянем тетиву. Хорошо, еще здесь. Да, нормально. Все, все по плану. Все идет по плану. Оу, блять, попали. Попали, суки. Бум. Получи пиздюлину. Да пиздец. А хп-то нихуя уже и нету. Это кто? Ты кто такой? Кто ты? Сынок, не надо! Боеприпасы кончились. Кончились. Сделать еще. Идешь, идешь. Он обходит, прикинь, они что, умные? Ебать, а, у меня хп-то не было. У меня ж не было хп. Меня прикончили, сукины дети. Я так сильно заморочился по поводу этих великих ловушек. Мне кажется, я зря вступаю в открытый конфликт. Открытый конфликт ни к чему не приведет. Надо делать по-другому, надо делать как-то, ну, правильней, что ли. Пойдем быстрее еще раз. Воин Нора. Стартуем. Так. Давай теперь по-жесткому, да, типа... О, блядь, что это? Я не то... Это явно не то, что я хотел. Все стрелы. Да, готово. На них действует... На них действует, это важно понимать. На них действует неплохо костер, то есть огонь. На них неплохо действует огонь. Пошли. Здесь ничего нет? Нет, походу ничего. Каждый раз включать этот вижен. Так, тихонько давай. Значит, первое. Присядь, ты что, дура, блядь? Курица, сядь, говорю. Так. Коротковато. Подожди, я не дотягиваюсь. Она не дотягивается, да, она не дотягивается, понял. Хорошо. Здорово, сучара. Их же можно бесшумными атаками убивать. Бля, у него нарастает конфликт, он как будто меня видит. Ебать, здорово! Привет! Подорвалась, суча... Сучара! Ух! Молодец! Ой, там лазер какой-то жесткий. Раз, два, хорошо. Блять, ой, стой, 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 стойте, суки, стойте! Ну стойте, блядь! Я застряла! Мрази! Шарики! Шарики летят! Не надо! Эть! 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 Бам! Ебать вас в сраку, суки! Шары, шары, шары! Шары! Да еб... Короче, надо... Это не так просто. Прикинь, это не так просто. Во-первых, надо перестать развлекаться. Нужно уже начать, короче, действовать. Я считаю.
И нужно пользоваться навыками, которые... Как это называется? Приманка, вот это вот все. Меня же типа этому учат здесь, понимаешь? Здесь нельзя вступать в открытый конфликт. Это не так легко. Это во-первых. Во-вторых. А как мне поменять... Не, подожди, как мне поменять? Это не то. R, T, G, F. Подожди секунду. Как поменять? Vision. Да, это Vision. 1, 2, 3, 4, 5. Тоже не то. Кабан. На секундочку. Хрен с тобой, живи. Знаешь, что я хочу сделать? Как поменять эти? На капс? Нет, на капс она просто ходит. У меня же хилки есть. Это она меняет этот. Это она меняет... Что-то я не разобрался в управлении-то. Хорошо. Что за хуйня? В смысле? Ты чё? А, этот на нее действует. Я понял. Так. Еще разочек давай, значит. Камень. Это не то. F, G. Вот она свистит. Вот она свистнула. Это подозвать. Да, вот работает. Хорошо, только вопрос. Как? Иди сюда, сучара. Иди сюда. Идите все сюда, блядь. Великолепно. Иди, говорю, сюда. Чё стоишь? Мне нужно разобраться, как менять. Я не понял, как менять. Здорово, придурок. Так. Здесь эти два есть, придурка. Так, подойдешь? Иди сюда, говорю. Сколько у вас здесь? Ага. Иди, подойди. То есть, ну, в открытый конфликт вступать не всегда... О, блядь! Это была не бесшумная атака. Но уже похуй. Vision. Что это? Древние обломки. Я бы хотел взять их, можно? Вот. Это что? Что? Не понимаю. Текстовая запись. Нет, я ее нашел, и мне дали, типа, мне дали какую-то даже ачивку за это, но какой в этом смысл? Текстовая запись. Потом посмотрю, да? Можно будет потом посмотреть. Сейф. Немножечко хпшки. Vision? Людей вижу, машин не вижу больше. Их же было больше машин. Ладно, пойдем к людям. А мне не с этой стороны надо заходить, а с этой. Да? Сколько их там? Я правильно иду? Да, сюда, все верно. Зараженных машин я прикончил. Это наши люди сидят. Воин Нора, да. Пизда. Иди сюда, придурок. Хуяк! Я первый раз на человека так напрыгиваю. Прикольно. Но их не видно. Среди текстур, на самом деле, людей не особо видно, честно говоря. Сектант. Они меня увидят, если я свистну? Не показалось, иди сюда. Нихуя. Встал, да, я? А то, что у меня башка торчит, не видно, да, этого? Что это было? Иди сюда, говорю.
Что это было? Эть! По стелсу максимально. Что там у тебя было-то? Придурок. Воин Нора. Но здесь же нельзя спрятаться, типа, где-то. Тихо, вот я сейчас могу этого прикончить. Смотри. Эть! Хорошо. Есть. Так, дальше. Надо метить людей, по факту. Это единственная возможность. Емкость с огнежаром. Это что-то такое. А ящик с боеприпасами. Метить людей. Давай снова пометим. Вон еще человечек ходит. Вот если их пометить, наверное, будет легче. В какой-то степени, да? Пометить. Вот. Над ними теперь метки висят. Надо учиться этому. Этому надо учиться, понимаешь? Это не так просто все. Это я все возьму, пожалуйста. Мне это пригодится. Это тоже. Тихонько, блядь! Тихонько, сука! Пизда всему просто. Я все запоганил. Я все запоганил. Пизда. Лови, блядь. О, нет, даже... Эть! Минус. До свидания. До свидания. Эть! Гори, блядь! Гори синим пламенем, придурок! У-у-у-у. Так, ладно, он не особо дамажится таким образом. Надо ему просто ебальничек вскрыть. Хорошо. Че ты орешь-то? Бум! Блять, в смысле? Ну это была голова! Это была голова! Ну, стрела летит на самом деле по какой-то определенной траектории, да? То есть нужно же понимать, что у нее есть. Бежать, 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 бежать. Ой! Нет, я не попал. Здорово, сынок! Она меня убила? Меня убили? Сколько можно умирать, Григорий? М? Сколько я за эту сессию подох? Это просто смерть. Идущий на смерть, назову серию так. Иди сюда. Заебали, бля. А почему она его не может в кусты затащить? Типа, знаешь, в кустах даже же можно. Даже не знаю, что это было. Даже не знаю, ну иди проверь. Но я же реально должен вот так вот сидеть и высиживать. То есть в открытый конфликт, походу, вообще не всегда надо встревать. Один из наших тут умер. Да-да-да, я знаю. Ты сюда подойди. Перестань тревогу бить. Тут еще кто-то есть. Ага. И реально вот этим заниматься нужно, да? Типа... Тут кто-то лежит. Похоже, у нас потери. Похоже. Нашего убили. Угу. Ты можешь подойти сюда? Нашего убили. Прикалываешься? Иди сюда, говорю. Оп! Еще прикольно то, что бесшумную атаку можно... как это называется? Нет, не показалось. Смотри, откуда он слышит, прикинь. Я вообще могу всех из этого куста завалить. Давай здесь братская могила будет у них. Братская могила. Ну это же чушь, конечно, да? Они видят, при том, что их постепенно здесь убивают у кустов. Не останавливайся, главное. Нас напали. Да ладно. Ты уверен? Мне кажется, тебе показалось. Сынок. А, все, ясно. Меня уже видят. Меня уже видят. Ебало, завали. Бум. Минус. Оп. 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 Сучара, здорово. Куда ты рванул, блядь? Куда ты пломанулся, придурок? Хедшот видели, какой был? По-моему, это все. Это уже в прошлом. По-моему, на этом все. Да. Ясно. Короче, не всегда надо встревать в открытый конфликт. В этом нет смысла. Потому что это опасно. Можно умереть. Пока нет хороших доспехов, хорошего лука, например, да? Это все просто должно проходиться по стелсу. Много народу, это не экшон. Нужно было взять целебу. Вот целеба у меня где-то ж есть. Я просто пока не понимаю, как ей пользоваться, прикинь. Вообще просрал. Тоже нельзя, ладно.
Слишком много у меня их. Здесь давай соберем все с пацанов. Бери. Бери, родная. Надо взять все. Хорошо. Я не оставлю ни единого этого. Целеба, ясно. Здесь что? Припасы, ящик с припасами. Так, понеслись на следующую эту. На следующую точку. Где она? Это вторая была. Мне нужно развернуться, мне вообще в другую сторону. Мне в ту сторону. По факту можно, знаешь, чем заниматься? Типа приманивание их к этим вот огнежарам, бочка с огнежаром. И оттуда уже их можно типа подснимать, то есть взрывать эти точки. Взрывать точки с огнежаром. Сейчас попробуем это сделать, реализовать. То есть попробовать поджигать огнежар. Живучая травка. Живучая травка. Живучая травка. Пока вроде нет никого, да? Тишина. Но здесь ресурсов прям до хрена. Короче, вот если так вот бегать, просто собирать постоянно. О, это же просто металлолом, да? Туша рыскаря. Это мне. Так, тихо. Здесь никого нет. Бочка и люди. Подожди, пометить. Раз. Хватит прятаться, выходи. Прикалываешь? Это где-то рядом, что ли? О, вот он. Хуя ты, как здесь оказался, сынок? Броня? А что ты? Почему я так стучу? Он мертв. В чем прикол? Я уже все. Я все просрал, да? Они уже убегают. Блять. Не так я хотел проходить эту игру. Ебать. Чего? Ты встанешь? Не вставай. Не вставай, дурак. Ладно. Ты тоже встанешь? Подожди, ты чё? А ну поднимись. Как тебе помочь? Братишка. Могу сейвить их как-то? Ладно, не могу, по всей видимости. Как помочь им? Вижу врага. Я тоже вижу врага, только у меня... Более важные задачи сейчас есть, да? Это обшарить здесь все. Ладно, суки, блядь. Вы что, сука, себе думаете? Я не понял. А! Вы думаете, что я сказал, я попадаю белке в глаз. Куда ты бежишь, сучара? Куда ты бежишь, я не понимаю. Вы что думаете? Я слишком просто здесь. Оп! Оп! По ебалу прям. Он просто шел со стрелой в голове. Какое-то время. Куда-то за сигналом? Где враги? Враг где? Вот он. Он сигнал запустил. Ты что, прикалываешься, придурок? Не надо. Не надо, сказал тебе. Ах ты, блядь. Это ребята, прибывшие по сигналу? Оп. Белки в глаз попадают. Бомба. Машины. Машины пришли. Это кто? Минус. Минус. Минус, говорю, сука, боеприпасы кончились. Похую. О-о-о, бежит какой-то придурок. Бум. 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 Там машина стреляет. Заебало меня уже. Ее завалили, да? Слушай, но в открытый конфликт вообще лучше не встревать. Это не так работает. Подожди, что я сделал? Я не ту стрелу выстрелил. Оп! В лицо. Я стреляю не теми... Какая... Слышишь, какая вакханалия творится? Я не знал, что здесь настолько все... Куда вы стреляете? В кого? Вот в этого придурка? Давайте я его подсниму. Целься, блядь, в голову ему. Смотри, они его расстреливают одного пацана просто с разных ракурсов. Что происходит? Бедный. Они вчетвером его пытались завалить. Хвала великой матери.
За наших поджиг. Мы вчетвером пытаемся завалить одного человека. Вы что, прикалываетесь? Настолько сложно? Я же играю на нормальном уровне сложности. Типа, это должно быть не так сложно. Нет? Ладно. Слушай, мне нужно разобраться, как хилиться этими аптечками. У меня есть таблетки. А я не разобрался, как хилиться. Доберитесь до самой высокой башни. До самой высокой башни? Вот еще момент обшаривания, да? Типа, нужно же всех обшарить, со всех все собрать. Это важно. Но это геймплей типа Ведьмака и Assassin's Creed, да? Ты должен обшаривать все это дело, потому что детали... Я хочу путешествовать налегке. Я тоже. Нужно подсумок прокачать. Великолепный свой. Самая высокая башня, это где? Это вот это? Охереть. Что за тауэр? Немножечко еды. Покушали. Давай, надо забраться, я думаю, на нее, да? 140. Мне определенно нравится проект. Подожди секунду. Навыки? Могу прокачать что-то, да? Чувство равновесия. Херня. Сильные руки. Фигня тоже. Критическое попадание. Не уверен. Боевой перехват. Старьевщик. Я уже прокачал это. Ремонт ездовой машины. Неинтересно. Резчик. Шанс добыть из туши шкуру, кость, линзу и сердце. Шанс добыть. Резчик. Наверное, надо брать, да? Атака снизу. Атака сверху. Сильная атака. Мастер уклонения. Концентрация плюс. Двойной выстрел. Слышь, давай возьмем резчик. Да, за два навыка. У нас появляется шанс добыть сердце. Шкуру и еще что-то. С машин. Короче, с убитых. Мне вот сюда. Кабан. Одну минутку, сука. Бум. Да не торопись, ты мне нужен, понимаешь? Мне нужно мясо с него. И кости. Хорошо. Я пришел. Ребята? С лагерями разобрались. Да, есть теперь такое. Железное кольцо. Враг укрылся за высокими стенами. Нам придется лезть по ним. Возможно, под огнем. У меня другая идея. У них есть слабость. Я пойду одна и туда ударю. Если получится, я пробью в этих стенах такую дыру, что пройдет все наше войско. Ага. Было бы хорошо. Только я пойду с тобой. Вождю следует радоваться двум стрелам, которые так рвутся вылететь из лука. Да, Варл. Пойдешь с Элой, поможешь ей, но... Будь бдителен. Ладно. Да, вождь. Слушаюсь. Да, вождь, слушай. На самом деле она похожа на вождя. Мне прям нравится. Мы ждем от вас знака. Мне прям нравится то, что такая статная бабенция, да? То есть женщина прикольная. Пойдем? Что-то я давненько не катался ни на каком животном. Следуйте за Варлом. А мы, может... Ну, ты же за мной пошел. Даже в руины. Неужели ты мне не веришь? Верю. Но откуда ты знаешь, где слабое место? Терпение, Варл. Скоро поймешь. Тихо. Откуда ты знаешь, где слабое место? Я же иду за тобой, а не ты за мной, да? Я за тобой иду. Варл, поговорить. Залезай. Подсадонька? Мне кажется, он бы так залез. Дай руку. Неплохо. Надо присесть? Окей. А кого мы боимся? Найдите в железном кольце место, где виден огнежар. Ладно. Одну минутку. Я вижу людей. Тот, что справа, твой. А справа это вот этот? Да? Подожди, здесь еще... Здесь как бы еще люди. Какой мой? Ты с ума сошел? Раз, два, три. Я убил. А ты?
Будь в укрытии! Что-то я не понял, а где этот? Где Варл? Я упал. И снова упал. А, сука! Он там сражается, что ли? Лежать, сука. Да, он их тоже, он здесь тоже кого-то прикончил, ясно. Только вопрос, типа, тот, что справа, твой. Я в итоге убил троих, а он одного. Вот этого. Ящик с припасами. Я все забираю, мне все это надо. Так. Я за тобой, друг мой. Я за тобой. Так. Еще, да? Да, вижу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, плюс машины. Какой слева? Ты с ума сошел? Ты глянь, сколько их здесь. Я всех помещаю, надо. Я думаю, что война будет неизбежна, в любом случае. Нам придется воевать. Мой тот, что слева? Жди, 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 сынок, жди. Жди, сынок, мой тот, что слева. Тот, что слева. Кто здесь? Не знаю, иди сюда. Ты что делаешь, блядь, ты конченый? Как ты узнал? Тебе от нас не уйти. Да ну. А что ты так долго с ним расправляешься? Ты должен был моментальной атакой его убить. Ты же крутой мужик. Так. Нам сюда, я думаю. Вот. Видишь то хранилище? А ты видишь тех демонов? Вижу. Соберись, Варл. У них в хранилище огнежар. Его там очень много. Если взорвать, ни от этих машин, ни от стены ничего не останется. И тогда наши воины ударят. Отсюда не достать. Подойдем поближе. Я подойду. А ты назад. Изложи Соне план и проведи их на ту сторону. Хорошо. И когда стена рухнет, я первым войду в пролом. Договорились. Мужчина. Осталось так. Осталось только этот план воплотить. Да сейчас все сделаем. Что ты переживаешь? Так, тихо. А если кто это вообще? По-тихому будет гораздо проще. Если сделаю это по-тихому, будет гораздо проще. Понял тебя. Соответственно, мне нужно вот... Я вижу огнежар. Раз. Людей вижу. Много. Машина. Видишь, у нее мешок с перевозкой грузом. Так. Мне нужно, получается, вон туда. И там два человека. Можно как-то поверху перебраться? Поверху. Ну, здесь видно. Здесь меня как бы... Игра ведет меня через кусты. Это видно. Атака сверху. Я не уверен, что это необходимо сейчас. Так, тихо. Давай как-то это нужно. Блять, да ладно. Ну это вообще бред. Ну они все за мной сейчас побегут. Ну пизда просто. Я просто побегу вперед, ладно. Почему они меня заметили? Я же... Написано было, атака сверху. Я, блядь, атака сверху. Ёб твою мать. Да я уже иду, видишь? Блядь, опять Стим. Подожди. А! Отсюда уже можно стрелять в огнежар. Уже можно стрелять, да, я понял. Просто вопрос в другом. Все, все улетели. Я порвал плотину, прикинь? Просто... Я просто... Машина, машина, блять, вот кто машина. Ребята, вот как надо захватывать. Вот как надо захватывать территории. Бейтесь, бейтесь, у меня мало хп. Бейтесь за меня. У меня мало хп, бейтесь, говорю. Пойду нахуй оттуда. Пусть дерутся. Я бы хотел вот эту машину снять. Было бы прикольно, если бы вот та машина взорвалась. ХП вообще нет. Вообще нет ХП. Оп. Бум. Бежать, 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 бежать. Ей не понравилось. Вот, ты плавать будешь? Ты что, прикалываешь? Бежим, бежим, бежим. А, блядь, вообще ноль ХП. Просто ноль. Нали. Как банку использовать? Подожди секунду. Изготовление карты предметы.
Я не хочу умирать, блядь. Ресурсы. Нет, вот, ловушки и зелья. Как выпить? А, выбросить. Эй! Целебное зелье, стоимость. Как это выпить? Изготовление. Как это выпить? Модификации. Не знаю. Подожди, она ты же должна была... Почему ты не хочешь? Подожди, стой. Надо хп, надо качаться. Со всеми вместе. О, еда. Лекарственная трава, ешь. Нажмите Q, пополнить запас здоровья. Да я нажал уже. Я просто плаваю здесь, видишь? Самое нелепое прохождение от меня. Машину вот эту убить нужно, большую. Вот, целебное зелье, сука, выпей его просто. Ебать! Огонь! Да твою мать! Сколько тебе надо? За стену. Я как бы ее как будто бы атачу, только непонятно, сколько ей нужно. Она сейчас выйдет за пределы этой комнаты. Не, это все хуйня какая-то. 24, бля! Надо этими стрелами огненными. И ловушку поставить. Вот здесь еще огненную. Смотри, раз. Два. И сду тебя. Хорошо. Еще ловушка. Раз. О-о-о. Нет. Два. Я поставил ловушку. Сейчас она наткнется на нее. Сейчас. Вот. Готово. Блять, нельзя взять. Давайте, ребята, давайте. Все, готово. Моя. 200 за убийство? Подожди, это все мое. Я знаю, что вы сучата эти, блядь, обыщут ее сразу. Это плохой? Вот плохой. Вижу его. Минутку, обычные стрелы, сучара. А ебалу. Минус, блядь. Кому еще дать здесь? Говна. Где у тебя лицо-то? Я не вижу просто. Вот оно. Тихо, отойди. Вот. Он мой. Блять. Моя экспа вся кончилась. Убейте Нора. О боже. Богиня, узри нашу победу. Кровь пролита за кровь. Запомните этот день войны. Твои слова до богини в уши. Да, запомните. Слушай, а я нормально справился? Или я вообще как в вафле играю в стелс? Не, в стелс как в вафле, однозначно. То, что я сделал... Уходить отсюда. Стрелы и копья бросьте гнить в телах убитых. Все равно их уже ничем не очистишь. Нихера, ясно, ладно. Но я как бы соберу, да, все? Я не брезгую. Все кончено. Здорово. Мне слушай. И добиться от него правды. Да-да-да, Олин, это уже... Как увидели меня через его визор? Это уже другая история. Олин, это все вообще в Меридиан. Это нужно идти в Меридиан, и там уже... Как вот эти лечебные зелья? Как им пользоваться? Надо нажать на какую-то кнопку, сука, я просто не понимаю, как. У меня нету этого, нет понимания. Я просто не хочу лезть в эти. Сейчас, на записи, просто не хочется лезть в управление и пытаться там разобраться в этом, да? Ну, потому что... Да ну. Я это не унесу. Я знаю.
Ага, осколки, все собираем, все собираем. А, ну как я ворвался, вы видели? Я понял, я поднял тревогу, и только потом... Конченые вообще, просто я неправильно играю, откровенно. Я делаю все неправильно, но весело. Главное, это что, веселье? Все ж верно? Так, все соберем, это важно. Это все нам пригодится, это денежка. Сундучок. Слушай, мне прям кажется, так много всего валяется иногда, да? То есть иногда прям кажется, что очень много всего лежит в этих сундуках. А по факту мне иногда просто не хватает каких-то материалов, знаешь. Траву собрал, например, сейчас. Вот, целебное зелье. Подожди, а могу я его выпить прям так из него? Взять, взять, взять. Нет, он не пьет она, эта дура, блядь. Почему нельзя просто из трупа выпить? Оставлю на потом. Да, действительно. КПшка? КПшенька? Ну давай, ну даже моя бабуля бы запрыгнула. Прикалываешься. Что здесь есть? Что здесь есть? Что здесь есть? Это кто? Это индюшка. Неинтересно. Опа. Емкость с огнежаром. Ясно. Неинтересно тоже. Ничего прикольного. Я думал, здесь какие-нибудь секретики будут. На этом все? На этом все, господа. На этом все. 100%. Это завершенная. Тема с Соной завершена. Тема с Соной завершена. Нам теоретически двигаться надо теперь к форту Карх, чтобы доложить, что мы все почистили. Я бы хотел, знаешь, куда вернуться? Где тут лагерь-то этот великолепный? Вот этот, вот он лагерь, да? Нам, по-моему, сюда нужно вернуться, чтобы сдать квест. Талисман удачи, вернитесь к Талиму. Вот он, да, вот здесь стоит. Я хочу сюда. Давай вернемся. Сдадим талисман. Помните, квест брали? Сайд-квест на талисман и шкуры кабанов. Сдам его. Подсейвлюсь там. И будем с вами прощаться. Экшон. Экшон. Но мне кажется, можно нормально проходить. То есть не так, как я. В открытый конфликт вступать не всегда имеет смысл. То есть проходить по стелсу надо. Но как-то я привык, знаешь, с Вальгалы, вот с Assassin's Creed Вальгалы, я привык к тому, что... Здорово, ты здесь прям стоишь? Здорово, да-да-да. Кабанье шкуры и твое кольцо. Твое кольцо, да. Хвала великой матери. И тебе. И тебе. Да, конечно. Пожалуйста. Братишка. Где ты его нашла? В кабане. В животе у кабана. Ему оно удачи не принесло. Я теперь его лучше на шею повешу. Ага. Талисман, дело завершено. Поговорить стоим. Нет смысла, да? Спасибо, да, тебе за все. Пожалуйста. Ты искусно, как настоящий воин Норы. Настоящий воин Норы. Мне дали какую-то коробку. Коробка щедрой награды. Сундуки, вот, смотри. Это я пока не могу взять. Это все можно взять. Открываем. Куча коробок. А где я их? Где я их так забираю? Страница. Это куча коробок, сундуки. Я их просто с собой беру? Почему я их сразу не... Почему я их сразу не... Вот, смотри, классно, да? Куча ресурсов могу с собой таскать. Прям до хера. Не знаю, конечно, куда они у меня потом денутся. Вместимость 49-100. 100. Модификации. Но модификации мне некуда. У меня... Оба лука уже модифицированы. Ловушки и зелья. Вот, сука. Зелья. Как это выпить? Не знаю. Ладно. Не знаю, ладно. Пойдем, зайдем в этот внутрь. Искателю врат. Доверитесь до пограничного форта Карха. Да. Я соответственно... А, Сона! Привет. Сона, вы укрепляете венец матери? Племя больше не выстоит против железного беса. Если мы не подготовимся. Нужна помощь? Но это не твоя забота. Я не смею тобой командовать. Но попросить, а что нужно? Можете? Ну, да, на кот пришел. Нам нужны копьероги, морозильная вода, да и линзы, их на многое сгодятся. Я принесла воду. Славно. Лед и пламя могут отогнать машины. Значит, нам осталось раздобыть линзу. Копьероги водятся к западу отсюда. Еще дозорным на вышках нужны сигнальные стрелы. Ясно. Отдай эти орну на южной вышке. Если не трудно. Я понял, помогать им нужно. Я понял, им нужно помогать. Господа, Horizon Zero Dawn. Sony помогли, максимально вернули ее в племя. Она теперь хотя бы спокойно, да? И мы можем отправляться в новые земли, в Меридиан, и узнать там, что к чему, что за Олин и почему он нас предал. Добудьте линзу копьерога. Это позже, это будет позже. Horizon Zero Dawn, еще раз. Спасибо, что были со мной. Всем пока.